Дорогие друзья, мы продолжаем наше путешествие по первой электронной национальной библиотеке. И вот мы дошли до нашего прекрасного зала, где будут звучать прекрасные слова и поздравления, и концерт. От руководства президентской библиотеки слово для приветствия предоставляется Жабко Елене Дмитриевне, директору по информационным ресурсам. Дорогие наши гости, а гостей у нас сегодня много. Это прежде всего, конечно, дети, их родители, мамы, папы. Я вижу бабушек, я вижу дедушек, вижу старших сестричек и братишек. То есть к нам сегодня пришла очень большая, хорошая команда детей и их родителей для того, чтобы принять участие в новогодней елке президентской библиотеки. Очень скоро в каждом доме будет праздноваться Новый год. Я уверена, что в 99% у вас вообще, у всех дома уже стоят хорошенькие маленькие или большие елочки, украшенные красивыми игрушками, на которых горят чудесные замечательные лампочки. Наша елочка виртуальная, частично и невиртуальная, зажжется сегодня для вас. Это елочка, которая и реально горит, и горит в наших сердцах. Что, детишки, вам всем пожелать? Во-первых, очень хорошо, что к нам пришли, потому что это, как уже сказали, первая национальная электронная библиотека. Возможно, для многих из вас это первый поход в библиотеку, особенно в такую библиотеку, где все ресурсы представлены в электронной форме. Может быть, для вас еще многие из вас слишком маленькие для того, чтобы реально понять, что это такое, но пройдет какое-то время, и вы станете нашими читателями. Что хотелось бы вам пожелать? Конечно, хотелось бы вам пожелать много-много подарков, которые Дед Мороз обязательно вам принесет, это совершенно очевидно. Каждый из вас уже написал, наверное, Деду Морозу записочку, в которой обозначил, что он хочет получить в качестве подарка. И мы очень надеемся и хотим, чтобы вы эти подарки получили. Еще мы хотим вам пожелать, чтобы вы слушались своих родителей, своих замечательных пап и мам, которые все делают для того, чтобы вы были здоровы и счастливы. И, наконец, пожелать вам, чтобы новогодние праздники все-таки были снежными, чтобы вы много времени проводили на улицах, в играх. Ну и, конечно, слушались, еще раз слушались своих родителей. Еще раз поздравляю всех с Новым годом и предоставляю слово ведущей, которая с вами будет дальше работать. Это Яна Эдуардовна, Нонна Эдуардовна Янковская. Извините, пожалуйста, еще раз всех поздравляю. Большое спасибо, что все к нам пришли. Дорогие друзья, сегодняшнее наше мероприятие происходит благодаря Международному благотворительному фонду Владимира Спивакова. И ваш покорный слуга представляет этот фонд в Петербурге. Я очень рада, что сегодня нас посетил замечательный петербургский композитор Георгий Анатольевич Портнов и его очаровательная супруга Людмила Илларионовна. Спасибо вам большое. Мы надеемся, будем очень-очень стараться, и чтобы вы были довольны тем, что вы сегодня услышите. А в наш адрес поступило поздравление от Владимира Теодоровича Спивакова. Дорогие друзья, как известно, в начале было слово. Но что предшествовало слову? Конечно, музыка. Музыка небесных сфер, музыка созидания, музыка сотворения мира. Вот и сегодня музыка волнует, радует, вдохновляет и несет нам надежду. Будьте счастливы с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Искренне ваш Владимир Спиваков. И Нонна Эдуардовна. А сейчас позвольте представить юные артисты детского музыкального театра, культурного центра Елены Васильевны Образцовой «Золотой ключик» покажут вам замечательную музыкальную сказку для маленьких артистов, которая называется «Ухти-тухти». Слушайте внимательно и, пожалуйста, соблюдайте тишину, потому что наши юные артисты, юные, совсем маленькие, они волнуются и хотят, чтобы вы их дружно приняли и очень внимательно слушали. Начинаем!
ушей до хвоста. Мой девиз со дня рождения — красота и чистота. И нет неряхам уважения, и растерях я не терплю. Мяу-мяу, мяу-мяу, я плохого отношения сам себе не потерплю. Срок поручения окошки. Полосатик! Встречаю я
высокую гору, забрать дневной комплект крахмальных рубашек. Что это там такое на высокой горе, что все туда торопятся? А разрешение у дедушки можно не спрашивать, потому что он либо читает газету или спит. А во-вторых, это совсем близко, и я скоро вернусь. Еще свои носочки и фарточек тоже пропал. Скажите, пожалуйста, вы их случайно не видели? Конечно, я их уже постирала. Только давай сперва познакомимся, дружок. Меня зовут Ухти-Тухти. Я умею штопать, стирать и гладить белье. А я Люси, я живу у дедушки. Здравствуйте, тетушка Ухти-Тухти. Здесь так темно, что я ничего не вижу. Где моя шелковая, где моя шелковая курточка? Здравствуйте, дорогой крот. Сейчас доглажу воротничок. Спасибо, Ухти-Тухти. С трудом до вас добрался, но вечером к друзьям я опять пойти собрался. Здравствуйте, тетушка Ухти-Тухти! Здравствуйте, белочки! Сейчас. Чистый халатик.
девчата? Я за белыми пиджачками. Вот они, ваши беленькие пиджачки. Да не оставляйте в кармашках хвостики от морковок, а то остаются зеленые пятна. Видишь метки? На вещи всегда ставят метки, когда отдают их в стирку. Сейчас мы все это свяжем в видеолог и разнесем по домам. А почему они сами не пришли? Наверное, они были очень заняты, дружок. Ведь все заняты. Поэтому я и взяла за стирку. Ты, наверное, тоже была очень занята, если бросила свои носочки на траву, а фарточек на крылечко. Чем ты была занята? Работала, малышка. Все работают. Ну ладно, пойдем. Я тебе покажу ближнюю дорожку к дому.